может, иногда не обязательно даже, чтобы вы понимали, что подразумевал художник. Скорее всего, художник просто хочет передать, наверное, что-то. Если вы в это попадаете, значит, все нормально. Да? Вот. А про что вы слышали? Блин, вот вообще это первая выставка, мы не заморачивались, то есть ну, понятно. Просто хотели показать. Ну, это не оригинально. Да? Да? Я очень рад присоединить. А вы сами покупаете делать или покупаете? Нет, покупаем. Ну, у вас математический формат? Математический склад, ну, блин, я, возможно, да, с программированием связан чуть-чуть. Вот, то есть... вот это вещь классная. Ну, супер, что ли. Вообще, ну, эти три штуки, на самом деле. Ну, что бы как сделать, с другой стороны, что-нибудь другое появлялось бы. Потеряется смысл, она должна быть симметрично с обоих сторон. Я пробовал делать разные, да, фигня получается.